К части, которая называется «И не только». Конечно же, все в зале знают, что Виктор Наумович замечательный композитор. Вот это самое «И не только». И много лет ему посчастливилось быть аккомпаниатором у Аллы Николаевны Баяновой. Я думаю, что ей тоже посчастливилось, что у нее был аккомпаниатор Виктор Наумович. И Алла Николаевна, как оказалось, тоже баловалась этим делом. И сочиняла иногда очень симпатичные песенки. Вот одну из них мы сейчас... сыграем? Не одну, а даже две. Ну, пока одну. Начнем с одной. Написана она на стихи Николая Огнивцева и аранжирована Виктором Наумовичем Фридманом. Называется она «Мисс Эвелин. История весьма драматическая». Есть старая-старая песня, довольно печальный рассказ, как всех англичанок прелестней гуляла в саду как-то раз. Мисс Эвелин с папой и мамой, с прислугой, обвешанной четками, печальный рассказ.